Ход ремонтных работ проверили в детском саду номер 12 поселка Октябрьский. Оценить готовность учреждения образования приехал Владимир Волков. Подробности в нашем сюжете. А вот здесь с вас тогда что-то красивое, только согласую. Рисунок. Здесь делаем рисунок, будет приятно. Дети будут идти, какой-то детский такой. И будет вообще картинка. Давайте. Детский сад почти готов к предстоящей встрече с детьми. Уже завершены все внутренние работы, на финише и монтаж фасадных кассет. Остается уборка помещений, установка мебели, оборудования и декора. Большая часть работ предстоит на прилегающей территории. Благоустройство будет доделано в процессе, но сегодня уже укладывают спортивную площадку резиновым покрытием. Все теневые навесы заказаны. К нам они при этом уже готовы, поэтому быстренько они будут установлены. Заборы тоже уже сварены. То есть уже мы, как сейчас застройщик сказал, что в ближайшее время начнем забор ставить. Ремонт в детском саду номер 12 проходит по государственной программе Московской области «Образование Подмосковья». От старого здания остались только стены. Ремонтировали садик почти с нуля. Конечно же, такой серьезный ремонт мы не могли сделать своими силами. Поэтому огромное спасибо за поддержку. И в следующем году у нас также планируется ряд объектов, которые мы вносим в программу для того, чтобы наши школы и детские сады становились современнее, комфортнее, красивее. В детском саду номер 12 в поселке Октябрьский будет 8 групп, 2 из которых ясельные. Открытие запланировано на ближайшее время. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.